Бивики. С праздником! Ура! Благополучия и успехов в работе всему коллективу ООО «Промышленная группа «Фосфорит». Пусть удача будет неизменным спутником всех ваших дел и начинаний. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Аплодисменты, дабы открыть и начать этот праздник, пригласить на эту сцену исполнительного директора ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Владимира Леонидовича Ярлыкова. Добрый день, уважаемые коллеги. С наступающим праздником. Будем надеяться, что все его проведут с добром, с весельем, с хорошим настроением. И всегда в такие даты, ну, принято подводить какие-то итоги, о чем-то говорить достигнутом. Но я сегодня хотел бы немножко поговорить о другом, поговорить о нашем будущем. Я хотел бы сказать о том, что несмотря на санкции, несмотря на экономический кризис, несмотря на резкое снижение цен на мировых рынках на нашу продукцию, мы за последние годы проделали очень большую работу, и эта работа заложила очень мощный, серьезный базис для того, чтобы дальше развивать предприятие. И я хочу сказать всем вам традиционно спасибо за вашу работу. Поздравляю вас с наступающим праздником. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, дальнейшей успешной работы на нашем предприятии, благополучия, удачи, всего самого наилучшего. Почетный химик Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присваивается Леонтьеву Сергею Валерьевичу, начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности. Под ваши бурные аплодисменты поздравить вас с праздником казачья шоу-группа «Злата». Прошу. Сяйлы на солнце, шабли запори, сияны на коне, дары вороги.
Аплодисменты. Я представляю директору ООО «Кингисепп Ремстройсервис» Дмитрию Владимировичу Ананьеву. Ваши аплодисменты. Уважаемые друзья, разрешите в этом преддверии Дня химика всех поздравить с этим праздником, так как работа нашего предприятия, она неотъемлемо связана с химией, неотъемлемо связана с ПГ «Фосфорит». Поздравить вас с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, успешной работы, благополучия, денег побольше. Ну и с Днем химика. Похимичим. Благодарностью Минпромторга Российской Федерации награждается Терентьева Наталья Сергеевна, начальник сметно-договорного отдела. Мы продолжаем. Все
Казачье шоу группа «Злата», друзья! Голубович Марина Юрьевна. Под наши бурные аплодисменты. Уважаемые коллеги и друзья, мне выпала такая приятная честь передать вам сегодня поздравления от председателя территориального объединения Росхимпрофсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Александр Владимирович желает нашему предприятию процветания, нашей продукции конкурентоспособности, а репутации наших химиков самой-самой большой высоты. Награждение и пока что нужно аплодисменты. Поздравляем вас с наступающим праздником! О, нет, я с вами хочу пройти. Мы как-то с вами в световой гамме. Вот так вот. Здоровья вашим семьям, счастья вам, светлых, ярких, солнечных дней. Пускай улыбка всегда будет рядом с людьми, которые находятся рядом с вами. С праздником! Великолепно! Темпераментной, женственной певицы петербургской эстрады, лауреат национальной музыкальной премии «Шансон года» в Кремле, Афина, под ваши бурные аплодисменты! Ну, спасибо, молодец! Ты хорошо старался! Добрый день, мои дорогие! Надо найти вместе со мной! Я не помню, сколько осени назад краешки сгорающего дня целовал меня. Я не помню, сколько зим с тех пор прошло. Я не помню, я забыла голос твой, торопливый стук шагов по мостовой. Мне кажется, очень важно, когда коллектив – это одна большая общая семья. Я надеюсь, у вас так и есть. И дружба, и хорошие отношения друг между другом дают результаты и, конечно же, хорошее качество работы. Вот я вам желаю, чтобы ваш коллектив был как одна большая общая семья. Сколько бы я ни жила, жизнь была все сильнее, а кого бы ни ждала, тот приходил вновь. Жизнь там на карусель, жизнь это не кино. Нам пополам нерастерима, мне увидеть тебя необходимо. Я хотела идти, сколько оставаться с тобой. Сердце напополам не разделимо, мне увидеть тебя необходимо. А я стою на краю берега синего моря, а я сама себя зову перед этим морем. Мне увидеть тебя необходимо. Насколько я поняла, на первом ряду у нас всегда сидят главные. Ну, давайте поаплодируем. Какие они у вас скромные, представляете? Один показывает на другого, другой показывает на первого. Какие у вас глаза красивые, господи. Какие у вас мужчины. У вас есть вакансия, певица? На вашем заводе нет? Песня? Вы уж нас простите. Я надеюсь, вы не торопитесь? У вас есть время, да? Спасибо. Старый клён стучит в окно, и глашая с нас.
Здорово. Вы плохо кормили. А чего мне хорошо? Рыбка вообще ужасно. И а чего? Вообще. От того, что ты идешь по переулку. Скажите честно, вы обедали? А свет можно выключить, чтобы они не стеснялись. Ну где ты был, кому целуешь пальцы? И почему ты был зимой не пьян? А ты ко мне, а ты придешь меня, обнимешь и поймешь, что без меня. Любимый, как без воды в пустыне, без меня. Любимый, как без воды в пустыне. Без меня. Любимый, как без воды в пустыне, без меня. Любимый, как без воды в пустыне. Без воды в пустыне, ты не без меня, любимый, как без воды в пустыне. Я хочу спросить вас, а вы верите в женскую дружбу? Боже мой. Мы обе верим в лучшие, и обе любим жить. Женская дружба не отдыхает, всякое в этой дружбе бывает. Но если нужно, очень не нужно, ты будешь рядом, правда, подружка. Подружка черноглазая, с горячей душой, ты вся такая разная. Мы обе очень гордые, всякое в этой дружбе бывает. Подружка смелая, надеюсь на тебя. Женская дружба, но если душу выплеснуть нужно, сердце открою кому? Только подружке. Спасибо, мои дорогие. Я научилась быть одна, я одиночеством сильна. Моя защитница стена, моя подруга тишина. Я доверяла, а взамен роняла слезы от измен. Я забывала, но опять меня учили не прощать. Господи, помоги грешной душе моей, упаси, сбереги от заклятых друзей, от коварных подруг, от беды западни. Господи, помоги, Господи, сохрани. Моя волшебная страна, где я желанна и нужна. Мой верный друг, он ждет моих горячих рук. Господи, Господи. Про бабушки, про дедушки. Чтобы замуж выходили, женились один раз.
чтобы не было материальных благ приоритетом. С милым и... Вот я желаю. И пускай у вас у каждого будет свой шалаш, но только с любимым. Ну давайте вместе со мной, Киргиза. Сердце у девушки не купить на золото, разума. Кому быть не виноват, обеспеченной, а кому ночки с любимыми, да коротать ночки с любимыми, да коротать. Вышла за богатого, Господи, прости, но не смогла я. И ушла, помахав милым рукой, и ушла, помахав милым рукой, ночки с любимыми, да коротать. Вашей команде. Я ничего у жизни не просила, хотя бывало нечем мне дышать. Жила, ждала, страдала и любила, и научилась плакать и прощать. Все поняла о смысле женской доли, чем тяжела, но не застыла и жива душа. Я сумею забыть эти долгие зимы, одинокие ночи. Я сумею забыть, чтобы с тем, чтобы силы найти. Что? Еще раз. Полюбим! Какие вы молодцы! Куда ведет дорожка, я не знаю. Я шла вперед. Куда бы ни была, я сумею забыть эти долгие зимы, одинокие ночи. Я сумею забыть, чтобы с тем было стать и быть снова любимой, чтобы силы найти еще раз полюбить, чтобы идти. Что? Еще раз полюбить! Еще раз полюбить! Спасибо вам огромное! И до новых встреч! Еще раз поздравляю! Долгие годы вам! Счастья, любви и процветания! Афина, ваши бурные аплодисменты!